что она делает? Она вот с одной ноги чуть-чуть буквально размахивается и выпрыгивает наверх. Вот это вот движение партнер перенаправляет. Тогда отдельно поделать. Помните, как в трюке, который мы делали сюда, нужно ее просто поподнимать. Она вот так. Выпрыгивает, да. То есть вот то же самое мы делаем. А, смотрите, вот стой. В этой ноге вот, что может пойти не так? Есть навык такой на некоторых трюках, там, типа на стульчике. Вот одной ногой давим, другой как-то заходим. Вот здесь это не работает. То есть в этой ноге нету никакого веса. Я ее просто держу, я не буду ей давить потом. Потому что может не получиться, и рвануть можно плечо партнера, если эту ногу вниз повести. То есть мы ее просто держим. Прыгаю я вот с одной. То есть с одной. И рукой помогаю себя утягивать. Немножко вот этой рукой замахиваю, буквально чуть-чуть. Нужно-то немного от нас. То есть буквально там особенно мешок. Давайте вы попробуете по... Не, Сереж, что-то не так. Потому что смотри, да, ты ее так не поднимешь наверх. У тебя руки должны быть, ну не знаю, как будто ты какой-то вот поднос, да, поднимаешь. Поднос. То есть смотри, вот берешь за шею и вот сюда. И просто... Сейчас, и просто вот по руке. Здесь самая поганка в чем? Смотрите. Иногда, если партнерш навык раскрыться. Хороший. Он хороший, но он в этом трюке очень будет мешать. Потому что, смотрите, я ее веду наверх, и когда она начинает раскрываться, она своей ногой мою руку ведет вниз. А поскольку в этой части более тяжелая ее часть, то есть попа и ноги, она мое движение сразу же блокирует. Очень неудобно. То есть нужно постараться вот эту ногу оставить мыслями, ничего ее не делать. Тогда, в принципе, получается все достаточно легко. Покажи целиком гробик. Ну, потому что поперек. А по рукам партнера можно подробнее? Давай. Как он берет еще раз? Не давлю за шею, просто ограничиваю. Я вообще во всех трюках, если тебе не давлю, ограничиваю. Да? Угу. Вот сюда. Здесь вот он берет прям за ногу. Мне раньше казалось, что партнер свою руку ставит локтем в косточки, упирается. Не, это фикция. Это как жим на бицепс. Просто когда я подседаю, такое ощущение, что я корпусом, да, вот поддавливаю. Не-не-не-не-не. Она просто находится на этом уровне. То есть здесь упор не нужен, он будет мешать потом. А партнер не перехватывается там нигде? Нет, он четко вот прям держит. Как взял под коленку и ношу за шею, да? Просто да. Приходится... Да, ну уже все, уже дальше тянуть. Приходится здесь немножко глубже подседать, потому что, смотрите, вот... Вот мне отсюда ее поднимать неудобно. Вот, но представьте, вот какой-то вес отсюда поднимать неудобно. Ну, вот да. Отсюда удобнее. Поэтому я подседаю. И в принципе я видел, что его еще делают так. Вот поднял, здесь тоже удобно. Здесь можно ее покрутить. Да, уже там, да.